Вторая классическая стратегия называется «сен-но-сен», то есть, грубо говоря, инициатива на инициативу. Более сложный вариант, хотя тоже достаточно часто используемый. Суть его заключается в том, что противник начинает свою атаку, мы ее увидев, выполняем встречное движение, то есть уже не разрываем сначала защиту, а работаем навстречу. Эта стратегия также носит название «тай-но-сен», потому что мы тоже ожидаем инициативы со стороны противника. В данном случае, что можно увидеть? Такие техники. То есть в момент нырка я защищаюсь, уже наношу удар. Либо, уходя в защиту, делая уклон, я наношу встречный удар. Также в классических единоборствах мы можем наблюдать ситуацию. Бум. Я выкидываю две руки, одна перекрывается, сдавая защиту, вторая входит в противник. Либо опять же то, что мы можем видеть в том же южном журавле, это все вот варианты режущей защиты. То есть я вроде выполняю защиту, но при этом сразу же наношу свою атаку. Для наработки данного, опять же, мы используем упражнение «смотреть сквозь удар». Наша задача – противник набрасывает удары. Разные. Я смотрю, то есть приучаю себя не моргать, при этом, увидев возможность, я выполняю контратаку. Постепенно мы наращиваем темп и, соответственно, тоже можем работать отдельные какие-то комбинации. Например, классический вариант из советской школы бокса – это работа джеб на джеб. Он кидает джеб, я кидаю джеб. Но если я правильно выставил плечо и кулак, то я могу пробить, если он выступит, сам при этом я остаюсь полностью закрытым. Внимательно рассмотрите эту стратегию.